Почему больничные санитары такие крепкие и здоровые? Да потому что они медицинский спирт витаминами закусывают. С целью улучшения качества услуг наш разговор может быть записан. Извините, батюшка, но я, наверное, лучше в другой раз исповедуюсь. Женская логика создана для того, чтобы от нее офигела мужская психика. Машина с блондинкой за рулем на огромной скорости проезжает под кирпич, трижды пролетает на красный свет, мчится по встречной полосе, проскакивает между двумя грузовиками, за ней гонится куча полицейских машин, сирены, мигалки, и, наконец, им удается прижать машину к обочине. Блондинка останавливает машину, глушит мотор, поворачивается к мужу, который сидит рядом, ни живой, ни мертвый, и спрашивает: «Вась, ну что, прошла, наконец, твоя икота?» Случай на банковском корпоративе. «Здравствуйте, мы из полиции. Соседи сообщили, что в ваш банк ворвались грабители». «Какие еще нахрен грабители?» «Ну, трое мужчин в масках и с оружием». «А, эти? Значит так, девочки, внимание, отпускаем заложников. Это, оказывается, не стриптизеры, а грабители».